Всем привет! Я в книжном магазине RBC на втором Брайтоне. Приехали люди из Израиля, купили психа. И, короче, хотели лобовика купить, но лобовик еще не вышел, это в процессе. Вот. Фимочка что-то не раскошелился. Хотя дети миллиардеры, но, короче, сейчас не об этом. Слушаю в Ютубе. Слышишь, это интересно. Уже вовсю говорят, что вот эти вот aliens, инопланетяне, что это все по-настоящему. Что это было по-настоящему. Да, что это все есть. Вот. И что они в последнее время вообще, сейчас столько видео выкладывают, информации. В общем, один серьезный дядя там говорил, я слушал. Значит, первый раз они с ними столкнулись в 47-м году. Они их сбили. Я знаю, они там где-то. Он сказал, что они на биллионы лет, ну, во всяком случае, на пол миллиарда лет нас опережают в развитии. Он сказал, что они могут мыслями телепортироваться. Короче, они держат вот этого пленного в электромагнитном поле. Они в электромагнитном поле ничего не могут делать. И в нашем воздухе они тоже больше 20 минут не могут. То есть у них желудки атрофированы. Они питаются через кожу. Вот так вот. Короче, к чему я говорю? Вот, вот известный персонаж пришел. К чему я говорю? Если такая угроза, и там, короче, начинается, что они нам не друзья. Они нам не друзья. То есть это мы еще имеем проблему с этим. Так я хочу, слушайте, какую мысль я хочу. Так может быть это они сделали эту войну с Украиной? Это все, вполне все возможно. Они могли нам сделать пандемию вначале, чтобы отвлечь человечество. Потому что они зачастили. Это же надо сопоставлять, а проводить, как говорится, correlation называется. То есть пандемию, а потом война, вот это вот. Это же, как говорится, а они этим временем, их все чаще и чаще, как говорится, они появляются, из-за них, как говорится, пишут, снимают видео, все такое. И вообще, ну, в один прекрасный момент она вылится нам всем боком. Поэтому лучше, ребята, к чему я веду? Лучше помириться и готовиться, как говорится, вот с этими хлопцами иметь дело. Потому что это ребята серьезные очень. Вот. Но как мы, евреи, можем противостоять? Когда-то один известный раввин выгнал бесов с этого мира. То есть раньше бесы были здесь, на земле. Он их изгнал, потому что евреи имеют такую силу. Но теперь они летают только. Вот это, кстати, многие, которые считают, что инопланетяне, это бесы тоже. Вот. Это не я говорю, это я повторяю то, что говорят серьезные люди. Например, Луис Элизондо, который возглавлял в Пентагоне отдел. Он сказал, что они демоник. Многие. Но тут есть хорошая сторона в этом всем. Раз есть они, это показывает, что есть Бог. Кто-то все мог создать. Только Всевышний. Поэтому вся надежда на евреев. Только мы можем защитить человечество. Поэтому евреи должны быть более религиозными. Побольше раввинов. Это сила. Это небесное воинство. Кто входит в небесное воинство? Ангелы. Планеты, звезды, кометы и так далее. Падшие ангелы тоже, но не всегда. И раввины наши. Наши раввины. Вот. Поэтому ждем Машеха. Вот, и мы справимся со всей этой нечистью. Слава Украине, слава Израилю, слава Америке.